Уважаемые смотрители и почитатели канала МКС Дискорд, сейчас вы посмотрите третью часть этого нашумевшего фильма, который называется «Антиреклама Дискорд канала МКС». Вам вальяжного просмотра. Здесь мы соберем весь материал про Дискорд канал, который были в двух частях до этого. И ждите музыки, здесь не будет, все будет по МКС. Как сказал МКС, так и будет. Вот примерно такая петрушка будет. И вы увидите. И сейчас, в данный момент, я хочу вам предложить вот такую запись. Здесь, в этой записи, даны это то, что есть на этой кухне. То есть, в этом сервере МКС. Первое. Вот стрелочкой я покажу. Вот это модератор, который сидит в данный момент, лапшу на уши вешает все. А вот это те люди, которые по списку вниз, вот, эти люди, которые по списку вниз, это все зазомбированные этим человеком, под этим ником, это люди, которые верят, что он пишет вот в этих тема дня всякую бильберду. Что слева, это дискордные фиболы, они не нужны. Вот, я дальше. Что происходит дальше? Вот, двигаем сюда и видим, ну, видим такую тему, что Питл ушел куда-то в микс. Ладно, заходим, микс, я захожу сюда, какая-то папочка, ладно, захожу и я. Скажи, пожалуйста, ну, как тебе, нравится, не нравится? Это мне интересно слушать, как минимум. Я просто понимаю, что там рассказывают, в принципе, более-менее нормально. Не хочу просто встревать, перебивать, но интересно слушать, как минимум. Ага, интересно, ну все, я тебя отправляю назад, я тут еще вот со слушателем быстро переговорю. Да. Так, отправляю тебя назад. Так, давай, так, переговори. Да. Я с тобой, пидорас, блядь, разговаривать не намерен. Иди нахуй отсюда, уёбище ёбаное, блядь. Калека, блядь, безногая. Вон нахуй, блядь, серая. Пидор ебан. В антирекламе. Вот, люди, что я требовалось доказать. Этот пепел, это мудацион. Все. Спасибо, что вот это его изречение. Вот этого человека, который обиделся на всех и все по жизни. Вот. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Добрый день, уважаемые, кто будет смотреть это кино. Здесь я начинаю делать материал для одной ведьмушки. Здравствуйте. Вот здесь у вас на вашем канале вы увидите вот эту шнягу. Давайте посмотрим. Она есть и в угле. В угле с правой стороны есть и общий план. Смотрите, что я хочу предупредить. Никогда не заходите в Дискорде на этот канал. МКС. Вот этот канал, это полная секта. Секта. Украинская секта национал никудышных. Которая ищет себе подобных никудышных по всему миру, понимаете? Вот. Примерно такая сказка, они везде говорят, эти люди, вот, эти люди говорят, что они хотят спалить Москву, спалить, спалим Москву, окружение, сдавайтесь, какую-то херню, это секта украинских слабонекудышних, вот, примерно так, вот. Ну что сказать, я больше здесь ничего не могу сказать, я просто это высмею, вот, и все. Этот Дискорд канал, и все, и сделаю я ему антирекламу. Золото. Но я заместо золота загружаю в самолет радиоактивные отходы, взрывчатку 180 тонн, и над Москвою это все взрываю. Понял? Вот как... Прям центр на Кремль, блядь, самолет направлю, блядь, и нахуй взорву, блядь. И что будет потом? Москва нахуй сгорит, блядь, и все в радиации будет, блядь, вы сдохнете, пидорасы. И что потом? И все? И вот это пидор... Хорошо, Москвы нет, России нет, и все. Да? Китайцы сразу заходят, 5 танковых дивизий заходит на Урал, да. И, блядь, и становится, блядь, оборону делает, и захватывает Сибирь. Япония захватывает Курилы, Сахалин, значит, полностью всю эту часть, делятся с китайцами. Что? Человек, а сюда, а с нашей стороны, НАТО, блядь, НАТО, заходит зачистку делать. НАТО заходит? Да, НАТО это Украина. НАТО это Украина. Это тебе сегодня во сне приснилось, человек? А? Тебе это сегодня во сне приснилось? Вот это что ты мне сказал? А? А я думаю, это тебе все во сне приснилось. Ладно. А теперь это. Поговорим о правописании. Смотрите, вот что пишет это модератор Пепел. Это тот, который руководит вот этим ресурсом МТС. Это, он пишет: не можешь себя вести нормально, но уползает сервера. Это что, как понять можно? В ответ я ему написал некоторые подобности. Модератор, надо писать слова правильно. Уползай. Но по смыслу так и есть. Не можешь себя вести нормально. Уползай с сервера. Вот. Но, ребята, тут грамотеи с Украины вообще облажались. Это я вставлю в антирекламу номер 2. Примерно этот материал. Вот примерно так сделали мы, как сказал уважаемый украинский пиздобол Пепел. И мы
его совета придержались, и вам смотреть, вам оценивать. Примерно такая вот видео Петрушкова, не по-украински сделано, которое сделано по российски, но под цензуры с Украины. Ставьте вот такие пальцы вверх, можете писать комментарии на моей странице, но примерно такая история была перед вами. Конец фильма.